товарищи студенты. Мы сегодня проводим набор в отряд «Снежный снежник». Девчонки, вас касается, идите сюда, пожалуйста. Вот вы, да. Кто хочет помочь городу, кто хочет весело и задорно провести время, убрать снег, получить автоматы по всем предметам? Все хотят? Пойдем. Пойдемте тогда с нами. Я думаю, они согласны вступить в наш ряд, да? Раздаем им инвентарь? Время раздать инвентарь. Имя? Евгений. Получи. Держи. И, наконец, теннисная ракетка, зимняя версия. К выполнению задачи готов. С подписью Виктория Заренко. И лопата. А все нужно делать аккуратно. Как работается? Отлично. В эту же сторону и до Бобруйска. Конечно, заварились. Конечно, заварились. Ой. Ай-яй-яй. По губам-то спасибо тебе, кудесница. А сейчас я вам покажу, как на нелипучий снег делать снеговика. Понятно? Так, Миша, держи, пожалуйста, нос. Поехали, засыпаем его. Засыпай его, засыпай. Сколько ж можно работать, девочки, парни? Хватит работать, уже луна взошла. Так, стоп, подожди, дай проверю. Ага. Что-то левый край подкачал. Давай-ка еще вот здесь убирай. Миш, ну что, лед почистили. Пора бы и в кёрлинг поиграть. Капитан кёрлинговой команды Михаил Серков, вашему вниманию. Пожалуйста. И... Давай, раз, девчонки, скреби, давай, девчули! Скребем! Не можешь скребать, а? Давай, дуй! Страйк! Есть! Клюет. Если будешь плохо работать, не получишь автомат. Вы, конечно же, девушки, за возьми то, что... двумя руками. И парень, ты, Максим, хорошо, получишь автомат по химии, социологии, социопатии и даже по пенопластии. Девчонки, это что, вы в доконате? Не будет никаких автоматов. Валим, Миша, Шапку. Я что-то забыл. Короче, такой план сейчас. План перехват. Девчонки, вы туда не идите, вы туда идите. Идите сюда, девчонки. Здесь весело, девчонки, только с обратной стороны давай. Да только она. Давай, заходи. Хорошо, вперед не надо садиться. Душу лишившая сна. Мишай, ну что? Спасибо, дружище. Оставайся тут один.